Представления о добре у каждого свои, но помочь нуждающимся может каждый. Для этого созданы многочисленные благотворительные фонды. О них и о благотворительности в целом поговорили сегодня представители Общественной палаты и социально значимых организаций. За круглым столом, организованным Общественной палатой, обсуждали самые острые вопросы и проблемы благотворительности региона. Были определены приоритетные направления развития и развеяны стереотипы о благотворителях. В основном говорят, что должны там фонды богатые, да, вкладывают. А на самом деле мы от среднего бизнеса и от малого получаем поддержку. Поддержка оказывается инвалидам, сиротам, одаренным детям, школьникам и студентам. Благотворительность также положительно сказывается на социально-экономических показателях региона.